Представляем клетку для кроликов и морских свинок Ferplast Cavea 80New. Клетка Cavea 80New – это обычная клетка прямоугольной формы, разработанная специально для проживания кроликов и морских свинок. Эта клетка также отлично подойдет для обитания других крупных грызунов. Клетка Cavea 80New изготовлена из высококачественных материалов, пластика и металла. Пластиковый поддон не впитывает неприятные запахи. Сборку клетки начинаем с каркаса. Раскладываем его и по углам фиксируем стенки пластиковыми уголками-опорами. Переворачиваем собранный каркас и навешиваем дверцу. На нижних углах дверцы устанавливаем защитные пластиковые уголки. В поддон устанавливаем полку-домик и миску. Каркас клетки устанавливаем на поддон. На стенку каркаса вешаем поилку. Каркас клетки закрепляем на поддоне при помощи клипс. Важно отметить, что у этой модели клипсы крепят не только сам каркас, но и служат замками для дверцы клетки. Дверца клетки Cavea 80New большая. Она обеспечивает полный доступ к вашему питомцу. Зазор между прутьями клетки 23 мм. Далее приводим основные характеристики клетки для кроликов и морских свинок Ferplast Cavea 80New. Надеемся, наш видеоролик был вам полезен. Спасибо, что были с нами. Следите за новостями на нашем сайте и на YouTube-канале.